Доброе утро! Сегодня 5 апреля, и с вами Камила Хакимуллина. Начнем нашу рубрику с рассказа об интересном концерте, на который я и сама обязательно пойду. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам. Обыкновенный вторник, самый незаметный день. Был, как будто не был, плыл и вяло утонул в среде. «Пицца в Казани» – группа с самым вкусным названием на российской эстраде. Лирика, умение сочетать сразу несколько музыкальных жанров и обаятельный солист Сергей Приказчиков. У коллектива явно большое будущее. Оцените песни из нового альбома «Завтра». Спектакль «Сон». Два беззаветно любящих друг друга сердца, Елена и Камиль, соединяются. И нет на земле людей счастливее их, потому что влюбленных ждут впереди совместные рассветы, светлые надежды, сладкие грезы. Однако солнце семейного счастья очень скоро затягивают черные тучи. Почему тропинка, ведущая в страну счастья, привела их к краю пропасти? Кто виноват? Ответы найдет зритель. Думаю, казанцы будут в восторге от этих мероприятий, но это еще не все. Есть у меня еще для вас пара интересных событий. Например, замечательный концерт, о котором пойдет речь в следующем сюжете. Смотрим! Бесплатный концерт трибьют группы Нирвана. Лидер группы Нирвана Курт Кобейн – человек, который внес неоспоримый вклад в развитие рок-музыки. На его песнях выросло уже не одно поколение, но они, тем не менее, остаются актуальными и по сей день. На концерте, посвященном памяти Курта Кобейна, будут исполнены кавер-версии на известные хиты группы Нирвана. Продавец дождя. Романтическая притча о любви и надежде в двух действиях. Америка, Южные Штаты, лето, и вместе с ним жара. И не просто жара, а зной, пекло, настоящая беда, засуха. Все живое гибнет, молит о дожде, о спасительном ливне. В этих обстоятельствах обостряются все конфликты между людьми. Каждый готов в любую минуту вспыхнуть, как порох. Напряжение достигает предела. И вдруг, словно из воздуха, возникает загадочный, завораживающий мечтатель и переворачивает всю жизнь маленького городка. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!